Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех любителей острова. Сегодня вашему вниманию готовы три канадских ножа. Или канадец, или канадский поясной нож, или нож канадского типа. Ну, в общем, кому как нравится или кому как удобнее, так и называйте. Все три ножа в идентичном исполнении по материалам. Ну, разница, как вы видите, в рукоятках. Давайте смотреть. Погнали! На клинках всех трех ножей сталь 8 хром 14 молибден ванадий. Сталь производства КНР. По своим характеристикам сталь коррозионно-стойкая, ну или как мы привычнее с вами называем, нержавейка. 59 единиц термообработка. Не буду, конечно, рекламировать, но уже такую сталь мы использовали на ножах прапор. Кто смотрит наши ролики или кто подписан на телеграм, многие помнят. Железка очень достойная, особенно по своим рабочим характеристикам. То есть не буду опять же тут называть имена, бренды. На многих известных складниках стоит именно такая сталь. Ну и собственно, как отработали ножи прапор с этой железкой, по отзывам, было принято решение уже, так сказать, вплотную с ней работать. Кто-то ее называет в интернетах сталь АУС-8, вот, ну, возможно, из Поднебесной, но это как бы я не буду обсуждать, это на ваш суд, я называю вещи своими именами. 8 хром 14 молибден ванадий. Спуски клинков на всех трех ножах прямые от обуха, то есть все три ножа резачки. Финиш на клинках мелкий сатин. Рукояти, как вы поняли, G10 накладки и монтаж, соответственно, на трубках. То есть ухода, по сути, у вас этот нож не требует вообще. Хотя я рекомендую протирать насухо, но вот если отталкиваться от этих материалов, сталь коррозионно-стойкая, рукоять неубиваемая, ну, не нож, а мечта на самом деле. Вот, монтаж на трубках и, соответственно, темлячок, бусина, как всегда, присутствует. По размерам. Общая длина 230, длина клинка 115, ширина наибольшая 27, обух тройка. Первый красавец есть. Второй нож, ну, как вы видите, исполнение аналогичное по клинкам, все три ножа резачки, здесь только разница в оттенках G10, то есть кому что понравится, это уже на ваш суд. По поводу рукояти. Рукоять очень удобная и хваткая. Вот мы недавно в Телеграм обсуждали нож для полевой кухни. Вот мы что-то думали, говорили. Так вот он, по сути. Ну что, разве нет? Хват супер удобный. Резачок, резачок. Фрукты почистите, овощи, там мясо разделаете. Да без проблем, пожалуйста. Опять же, использовать его как разделочный нож или как походник, по-моему, офигенно. Но опять же, дело привычки. Но вот рукоять прям, наверное, зайдет тут 95% пользователей, я уверен. Вещь очень удобна, правда. Ну и третья вариация. То есть смотрите, кому какой понравится. Три варианта. Любой нож, друзья, из этих представленных по стоимости 5000 рублей. Естественно, все ножи будут с ножными. Кожа, теснение, два подвеса, полукольцо, ну и, соответственно, вентиляция также присутствует. И вот так будут сидеть в ножнах. Пожалуйста.